Как необходимо включиться в ритм рабочего дня? Начнем с пробуждения. Пробуждение желательно сделать в биоритмологический период ветра. Это примерно до 6, но максимум до 8 часов. В это время в природе преобладает движение, и проснувшись в этот период, у вас, как бы сказать, все там двигается в организме, все подготовлено. Первые мысли должны быть, естественно, позитивного характера. Вы должны поблагодарить природу, окружающую, что вы отдохнули, что вы живы в конце концов. И что еще сделать? Если у вас нет возможности принять пробежку, зарядку и так далее, самая лучшая и очень полезная процедура для оздоровления и вообще для придания крепости организму, это то, что надо сделать контрастное обливание. Заходите в душ. Если нет душа, берете два ведра. Одно ведро подогреваете до хорошей температуры, а другое, как с водопровода оно у вас есть, так оно и есть. И обливая себя горячей водой или теплым душем, вы этим самым следующее делаете. Кожа разогревается, и активность рецепторов, расположенных на коже, становится хорошей. И потом вы применяете холодную воду в виде душа и обливания. То есть теперь ваши рецепторы прекрасно среагируют на холод, сразу дадут мощный импульс в тело, который подзарядит вашу нервную систему, которая сделает то, что вы получите заряд бодрости как минимум на полдня. Когда вы обливаетесь, то состояние воды из хаотическое, то есть половина молекул у вас вращается, атомы в одну сторону, половина в другую, за счет того, что холодная вода течет по телу и создается мощный электромагнитный импульс, он мгновенно переводит эти молекулы в структурированное состояние. Оба атома вращаются в одну и ту же сторону. Именно это качество отличает живую материю от неживой. В неживой хаос, в живой все в одну сторону, влево вращающееся. Так вот эта процедура как раз будет укреплять ваше здоровье и придавать неразрушимость и бодрость вашему организму. Эту процедуру делайте всегда утром. Ее можно было бы делать и вечером. По желанию, пришли с работы уставшие, теплый душик приняли и потом прохладный, и вы будете свеженький, как огурчик. Вот это первая процедура, прекрасное положительное мышление, водная эта процедура контрастная. Потом, что касается пищи, утречком вы можете покушать довольно-таки плотно. Вы можете съесть первое, второе, третье, но лучше всего это сделать так. Первое блюдо у вас должно быть жидкое, то есть то, что вы пьете. Если вы будете пить после еды, то, что вы скушали, будет разбавлено и смыто этим соком и жидкостью. Вы должны будете выделить опять пищеварительные ферменты на переваривание, допустим, куска мяса, картошки, что вы съели. Первым принимайте жидкость, второе кушайте салат или фрукты. Что дает эта рекомендация? Эта рекомендация, во-первых, запускает нашу кишечную гормональную систему, о ней мало кто знает, хотя она давно известна. То есть кишечную гормональную систему, которая регулирует чувство аппетита, нормальную микрофлору и снимает такое состояние, как пищевой лейкоцитоз, который возникает, когда что-то вареное кладется на язык. Пищевой лейкоцитоз – это лимфоциты со всего организма стремятся к стенкам желудочно-кишечного тракта для того, чтобы встретить как инфекцию пищу вареную. Если пища сырая, фрукты или овощи съедаются, или овощи тушеные, полутушеные, но главное теплые, этого явления нет. То есть вот этот вот пищевой лейкоцитоз говорит о том, что если человек постоянно питается вареной пищей, булочку с маслом, он этим самым разрушает свой иммунитет. А вот этой простой процедурой приема пищи свежей или тушеной мы его поддерживаем. Не будет никаких раздражений после бритья у мужчин.
Меньше будет сыпи, лучше будут ранки заживать. Это буквально через месяц после такого питания. То есть вы укрепляете свой организм этим. Следующее блюдо — это каша, мясо, что вы там уже дальше хотите. Но после салата что-то одно. Либо крахмалисто, либо рилково. И после этого идете на работу, и следующий прием пищи уже будет в обед состоять. Примерно то же самое. Дома я так и питаюсь. Другой образ питания, сразу же я чувствую, как он тяжестью ложится у меня в желудке, и мой организм должен затратить свою силу, свою энергию для того, чтобы его переварить, расщепить. Поэтому вот это у вас не будет, у вас будет постоянная легкость. Итак, утром это вы сделали, потом идет рабочий трудовой день. Во второй половине дня, после обеда, часа через два, у некоторых наступает снижение энергии, тянет в сон. Для этого вы примите чай травяной, лучше всего. Он позволит вам добавить энергию, которая необходима. И вы дальше себя будете чувствовать бодрыми, нормальными. И придя с работы домой, вы можете принять контрастный душ и дальше уже заниматься своими домашними делами. Я этим хочу подчеркнуть следующее. Некоторые считают, что здоровое питание и оздоровление – это такие понятия, которые требуют дорогих затрат и большого времени, которое неприемлемо в нашей жизни для обычного человека. Нет, ваш образ жизни и вот эти вот вкрапления оздоровительных процедур, как бы между делом, они как раз и должны служить тому, что вы ненавязчиво получаете оздоровление, и при этом не тратите специального времени, потому что это тогда, конечно, будет абсурд, что человек живет для того, чтобы оздоравливаться. Вам надо жить и одновременно же оздоравливаться.